Откуда? Привет. Посуда? Какая посуда? Набрали черешни? Черешня поспела. У нас покраска побелка идет вот сегодня. Сегодня здесь, в прошлый раз на улице все белили, все стены белим. Красим, краска, эмульсионка. Хорошая краска. Весь он. Весь в краске. Все, показал. Пришли гости. А ты это, ножик? Гости пришли. Да, гости, прям гости такие дорогие. Дрозд поет как. Так временами затянет, потом опять пробивается. Затянет солнышко. Куда? Я хочу котенку посмотреть. Черешню. Куда ты его будешь рвать? В тарелку? Подожди, можешь пакет взять? Подожди, сейчас котенка посмотрим, пойдем. Белого. Вон, а смотри какая. Я только покормил их. Я утром кормил и сейчас. Два раза. Немножко и это. Два раза. Сегодня кормил этим курицей. Ну, еще поближе он будет теперь? Ну, он привыкает уже. Нет, он не будет. Ты так смотришь. И кошка. Он уже привык к этому. Привык, да. Он уже сниму к камере привык. Столько снимаю. Смотри, какая желтая. Ну вот. Одна только, смотри. А это уже. Ну ладно, ладно, все равно, желтая же. Попробуй. А лимону здесь. А, цветет или? Он болеет, конечно. Да, цветы как. Пахнут. Поэтому вообще. Я хочу он пахнет, дома как жасмин, держать. Да? Да, дома держать. Запах как жасмина. Лимон тоже так пахнет. Это лимон или пять? Это лимон, лимон. Это чисто лимон, тонкой шкуры лимон хороший. Лимончики дома держать, он цветет, нашел. Ну где дома, где дома? В комнате. В комнате? Угу. Хурма, бычье сердце, вот. А вот цветочки начинают это уже цвести, смотри. Фихуа, вот. Это сейчас один. Красивые цветочки. Вот большое дерево фихуа. Оно все будет усыпано, вон, все в цветах будет. Но пока что вот единичные выходят, вот такие они, красивые. Ну вот, это вот они, это все цветы будут. Вон сколько их. Инжир. Обратно получается. Обзор на работе. Ты мне для тарелки, чтобы я тарелочку держал? Конечно. Ничего себе. А почему ты что? Развалишься? Ну, какая черешня. И вот сейчас дожди обещают. И она тогда сгниет. Она гниет быстро. Это еще вон вторая. Все усыпано, вон она. А это верхняя? Одна штучка. Лесик, на. Про эту штучку никто не знает? Никто не знает. Это она висит там в одном... Это я только знаю. Я тебе говорю, вон черешня сколько. Сейчас поспеет. Даже если пойдут, пропадет. Вот вишня, да, вот вишня. Кислая она, кисловатая. Вот эта штучка, да. Все делаем. Без нее никак. Без нее никак. Ну, вон. Ну смотри, вот. Глянь сколько. Я трогать не буду даже. Я буду только показывать. Пальчиком показывать. Смотри. А что там? Приезжали это, серебро привозили, вон бочки стояли там. С депо водитель. Он сразу говорит, ну я пошел. Мы грубо гружаем их, а он говорит, я пошел. Я говорю, да там еще ничего нету. Это вот на днях было. Приходит пакет, нарвал черешни. Нашел. Ну, она еще зеленоватая была. Сейчас уже поспела. Дня три назад было. Да, сейчас уже и птички. Она, видишь, та отошла. Это только начинает. Та еще зеленовата. Она вот
Три дерева, да, тут получается. Лесик, ты только это аккуратней. Она хрупкая. Ветки у черешни хрупкие. Как я лазил бабушки по этим деревьям. Ой. Шелковица это, вспомнишь, тютина белая, черная. На, пап. И вот крупная такая, я помню, рвали в шахтах. Вчера Наташа забирал с работы. В Олимпийском парке каждый день ездил, забираю. Ну, когда работает. Каждый день, два раза. Ну, через два. Рыбаков столько было там на причале. Ставриду ловят. Мелкая-мелкая. Там эта ставридка, там, я не знаю, мальки. Они... И народу столько, битком. Друг возле друга стоят. Это напротив Фишта стадиона. Мама. Стадион Фишт. Напротив причал небольшой. И по берегу стоят. Отдельно ловят по одной рокфишинг. А кто-то на ставку ловит. Ну это пакетик надо, наверное, лучше. Там сейчас же ее сидит. А, вы сразу? Да. Ну ясно. А вот еще ну, тут птички ее же. Вот, смотри, я ей буду показывать. Можете вам сходить пока в магазин еще рядом здесь. Да, посмотри. Я кушать как раз хочу. Да не продовольственный. Смотри. А какой нам еще? Слезешь или помочь? А? Слезу. Ты забери свою штуку. Да. Инструмент. О, вот сколько череш. Свой инструмент. Ёлки-пал. Причёпся. Ты можешь забрать эту девочку. Куда? Куда? Ну, не домой, конечно. Не к нам домой. А к этой. Кто хотел. Она боязливая, она больше боится. Котик не такой боязлив. Вон синичка бегает, а у синички гнездышко у синички с птенчиками. Знаешь где? Где? Сегодня кот залез сегодня, я его прогнал. Он уже хотел... В трубе, да? Да, вот там. Вот здесь труба, вот тут. Но я не знаю, я сюда не залез. Я камерой могу только опустить сейчас. Где-то вот тут они. О, что-то я не знал. Вон они. Слышишь? Смотри. Не, я камеру подвел. Смотри, они начали щебетать. Вон они. И кот залазил сегодня. Я его прогнал. И синички прилетают и кормят. Я уже сегодня смотрел. Ну там видно глубоко, ну углубление, она залазит внутрь туда. Смотри, как интересно. Камеру раз, они не соображают. Они думают, ну, что это еда. И щебечу. Да что ты здесь хочешь? Садись. Прелесть. Кушай. Сейчас пойду руки помою. Вот и на кот. Ну вот, сейчас вот зелени еще не так много. Начинает зеленеть, зарастать все. Начинает все. Киви он. Цветет, как киви. И жук вот сидит. Бронзовка вот он. Жук красивый. Питается нектаром, наверное, я не знаю. Да. Вон он какой. Молодая выходит, прям красного цвета. Ну и здесь. Вон какие цветы киви. Огромная будет. Пошли молодые побеги. Красивые, пушистые.
Ну, цветы прям крупные прям. Ну ладно, пойдем дальше пройдем. Вот это натянуто было. Надо натянуть. По ней она плелась. Вот инжир. Инжир. А, еще инжира нет, он там. Ну это этот новозеландский лен. Инжир. Все каждый год был. Я не знаю, почему в этом году нету. Цветочки. Гранат еще цветет. Она. Как искусственные цветы, прям. Не, как будто не настоящие, не натуральные. Прям вот. Как искусственные. Красиво. Вообще. Что интересно, здесь вот твердая часть такая вот у них. Да? Твердый цветок такой. Ну, фундук орех. Начинает тоже. Ну, там еще по участкам. Можно еще пройти. Ну, туда уже ладно. Там вон еще вишня. Видно. Вон. Вот бычье сердце. Надо покупать придется. Или я не знаю. И семечки долго. На даче пропало бычье сердце. Хорошее дерево было. А это вот инжир. С него хорошее варенье. Он не такой крупный. Вот прикапывали. Ветку прикапываешь в землю, потом перерубываешь и забираешь. Несколько веток так делали. Вот. Прикапывали. Я вон тут крупный делал, так же инжир на даче сажал. Аромат такой. Вот еще вишня, вон. Так что вишен тут. Ну, эту надо отпилить. Забыл, как она называется. Виноградные улитки сидят. Вот бамбук пошел. Это я обрезал вот эти вот. Молодой пошел. Ну что, вкусно? Вкусно. А? Червяк. Мы вчера смотрели на рынке, сколько стоило? 400. 400 рублей. Черешни. Червяки. Черешни? Червяки. Ну, червяки, это хорошо, если червяки есть. Вот когда их нет, вот это уже подозрительно. Вон вишня еще. Я сначала не открывала, лопай, лопай, она нашла, блин. Нашла, ну так если и червяки есть, это значит хорошая черешня. Натуральный продукт. А если хорошая, крупная, червяков нет, это не то все. То она уже тогда ее, блин, выбрасывает. Червяков здорово заедет? Конечно, можно. Натурально. Это лучше, чем ты купишь сейчас какое-нибудь пирожное съешь. Больше вреда принесешь. Сейчас пойдем и купим пирожное. Ну. Мороженое. Червяки наполненные. Начинка у них у червяков. А, они же там не едят. Вишневая, вишневая начинка. Папа, или яблочная. Представляешь, это просто черви, это я не знаю. Кушать. Чудо. Чудо, да, да. Это такая редкость, это не каждому дано. Это тебе повезло, что ты пошла, сорвала с дерева. Сейчас люди кто-то покупает эту сейчас вот черешню и ищет червей, их нету. Ну да, это слава богу. Без червей. Ну кто-то, конечно, не любит. Кто-то, ну да, я совсем забыл. Опять ты начал червей. Опять я не предупредил, да. Слабонервным не слышать, не смотреть, выключить телевизор, от экранов отойти. Про червей заговорили, прям все, трагедия. Люди кушают. Слово для них это очень. Они же не разъедают желудок, не едят? Нет. Они же там переварились у тебя. Не едят они. Так быстро?
Вон синичка, вон она покормила, смотри, вылетела из гнезда. Вон она. Это большая синица. Вон она полетела. Вон они пищат, птенчики. Еще раз камеру опущу. Видно там, не знаю. Опунция пошла, как молодые листья. А вот кушать можно дать вот. Сейчас вот ласточки пошли. Электрички сегодня несколько штук прошло уже. То вообще не было, тишина была. Самолеты полетели. О! Ну вот. Самолеты уже. Верная пальма китайская, значит, семена только начинали они. Еще они не поспели. Они когда спеют, они синие становятся, такие как горох такого синего цвета, темно-синего. Желтые были грозди. Уже обнесли все. Обнесли птички эти. Ну, дрозды, скорее всего. Кто же дрозды, все уже съели. Надо сажать желтую черешню здесь. Вон еще самолет. Ну, сегодня пошло дело. Первое число пошло. Я в прошлый раз был в день, нет. Тишина была вообще. И вот этот пчеловод Андреевич, он говорил. Вот, сажать нужно черешню желтую. Потому что они думают, что она зеленая, дрозды. Еще не поспела. И вот он у себя на даче сажал. Вон бронзовка тоже, жук сидит. Какой цвет тут. Вот салатовый светло. Он такой остался. Вон бабочка полетела. Сидела. Вот такой цвет и остался. Он говорит, изменится цвет. Что-то не меняется. Он какая красота. Как блестит. Красиво. Да, вот так вот, погода хорошая. У нас один день дождь, на следующий день солнце, все. Вот, зеленоватое. Нормально. Вот вишня. Вишня. Зеленая еще. Кислая будет сейчас вообще. Ох. Ох, вот это да. Это вишня. Фихуа, красивые цветы. Вот Наташа тоже заметила, что электрички стали ходить, самолеты. Но я же говорю, в прошлую смену я был вообще никого, ничего. Сегодня вот да, пошли. Ну вот, и так что... Надо на море сходить посмотреть еще. Там, наверное, вовсю полно туристов уже. А мы и не знали. Мы давно на море не ходили. Нам пишут, что вы, типа, что вы. 1 числа тут будет такой патруль. Что вы выдумываете тут? И на вертолетах будут летать из берега, из моря будут патрулировать и будут, ты что, с 1 числа? Вот мне просто интересно, завтра, если погода будет, но мне кажется, дождик будет. Блин, на солнце. Солнце попадает. Будет погода, завтра сходим и посмотрим, как летают вертолеты, патрули. Патрульные катера ходят, выслеживают, кто ходит по берегу моря. А может наоборот, выйдем, а там битком народу, туристов, все загорают и купаются, и мы в шоке будем, как любят некоторые, шоки. Любят говорить, да. Ну ладно, пока может быть на этом, а может быть еще что-то будет, ну не знаю, посмотрим, пока. Кошечка как лежит.
Дрозд прям поешь. Да, парит душновато к дождю. Ну ладно, давайте перекусим. Ну быстрее, пока ты думаешь. Ну и что, не будет? Перекусывать нечего будет. Ладно, давайте. Пока.